Друзья, всем привет! Приветствую всех гостей моего канала. Нахожусь на работе, и с позволения своего коллеги он мне предоставил на обзор свой чудесный шуруповерт. В этом кейсе находится шуруповерт. И сейчас я вам хочу его продемонстрировать. Вот он вот в таком кейсе, с такими вот застежечками здесь, да. На кейсе никакого названия не написано. Там много комплектации всякой различной у него. Сейчас я вам покажу. Давайте посмотрим. Открываю. И вот такой вот нашему взору предстает шуруповерт чудесный. Вот с таким названием. Что-то он очень сильно как-то напоминает по дизайну какой-то знаменитый желтенький инструмент. Ну давайте подробно сейчас рассмотрим его. Вот такого формата шуруповерт. Ручка не толстая, рукоять вот в обхвате. Сделано достаточно вот здесь вот эргономично, тоненько, да. То есть лежит он хорошо в руке. И достаточно такой он тяжеловатый, но среднего такого веса. Значит, какая особенность есть в этом шуруповерте? Смотрите, обратите внимание сразу. Здесь нету переключателя скоростей с режима закручивания, первый режим, на режим сверления. Вот такая вот особенность здесь. Далее, какая здесь еще особенность? Он очень так достаточно хорошо прорезинен. Но достаточно хорошо, это можно сказать условно, прорезинен. В том плане, что резины там много. Но дело в том, что насколько прочно она здесь держится. Вот смотрите, вот уже здесь вот эти антискользящие элементы, вот эти вот, которые наклеены на боковину, уже отрываются. Вот, допустим, вот этот вот сейчас отрывается, а вот этот вообще уже ушел куда-то в неизвестном направлении. Название звучное такое, да, давайте его произнесем. Кёльнер. То есть это произведен данный шуруповерт. Вот смотрите, здесь написано, сделано в КНР. По-честному написано, что сделан он в Китае. Параметры. Давайте посмотрим, какие тут параметры. Значит, серийного номера здесь никакого нету. А здесь вот есть значок, что сделано в КНР и допущено европейским сообществом потребителей. Ну, ERC, вот это ERC или как он там. Написано, дрель-шуруповерт, аккумуляторная. КСИО-121, но единичка похожа на четверку. Вот так вот, Кёльнер. Что такое Кёльнер? Кёльнер — это российский бренд, который дерзнул, так скажем, замастериться под немцев. То есть взяли название такое немецкое и себя обозвали Кёльнер. Ну, наверное, для того, чтобы у потребителей из России складывалось впечатление, что это импортный какой-то знаменитый продукт. Товар. Но это далеко не так, это китайского производства. Здесь, смотрите, вот этот шильдик, он накладной. То есть, если его поддеть отверткой, там два отверстия, на которые он защелкивается. Где-то уже в интернете, в ютубе есть обзоры на вот такой шуруповерт, вот с таким же дизайном рукояти, но здесь шильдик DeWalt. То есть DeWalt. Как многие говорят, опять же, у нас в России, с квадратным аккумулятором, вот здесь вот. И, соответственно, все могут, люди не знающие, повестись на вот такую продукцию, воображая себе, что это надежная какая-то такой инструмент, который выручит. Ну, относительно, вроде бы, как он выручит. Да, он, смотрите, он, значит, он падал, но если его потрясти, в нем как-то подтряхивается что-то внутри, где-то что-то не держится. То есть, поверьте на слово, в нем как-то все трясется. В фирменных шуруповертах такого как бы эффекта не наблюдается. Там все плотненько держится.
Так, здесь двухмуфтовый патрон. Здесь вот, ну, вставляется, как обычно, вот такая вот оснасточка. Вот она у него здесь стоит. Ну, двухмуфтовый — это что означает? Это означает, что вот это вот надо держать, а это закручивает, то есть удерживает. То есть у него блокировки нету. Вот смотрите, вот я кручу весь патрон. Видите, я прокручиваю весь двигатель внутри. Слышно, нет? Вот. Так, это вручную. Наверное, скорее вы хотите увидеть, как он работает. Нажимаю курок. Смотрите, какой здесь интересный эффект вращения происходит. Видите? То есть здесь есть подсветочка, которая светит непонятно куда. Сейчас мы посмотрим. Вот, видите? Вдоль патрона на краешек битки. Вот так, если посмотреть, он светит под патрон. Интересная конструкция. Реверс тут есть, вот смотрите. Вот если в нейтральное положение кнопку выставить, вот смотрите, на серединку вот выставил, блокируется курок. И ну вот смотрите, как при нажатии курка срабатывает вот такая вот люминесцентная подсветка. Ну как люминесцентная, светодиодная. Значит, диод зеленый, желтый и красный. Ну, светофорчик такой. Все они вместе до зеленого светятся. Это полный заряд. По идее, когда он разряжается, должен, значит, погашаться потом зеленый, оставаться только желтый и красный. Потом желтый только свет, желтый и красный светится, и только потом при полном разряде уже светится красный. А потом он вообще перестанет светиться. То есть если разрядить. Значит, что здесь за муфта? Давайте посмотрим. Так, сейчас одной рукой снимаю. Вы мне извините. Ну вот, перещелкивается. Достаточно такая плотная. И вот здесь до значка сверления. Но значок сверления есть, а переключения в режим сверления нет. Ну вот он в одном режиме, в таком быстром-то и работает. Получается, если его поставить, вот допустим, на восьмерку, та же самая скорость, то есть он в одном режиме, непонятно, правда, в каком, то ли сверление, то ли закручивание, но крутит быстро, мне кажется, это постоянный режим сверления, но в то же время и постоянный режим закручивания. Проверим, как работает муфта. Значит, сколько положений здесь этого муфты, сейчас скажу, 18, и плюс вот такая вот шкала есть, что-то среднее, но она уже здесь без щелчков, вот она, то есть до 18 щелчки есть, после 18 нету, но вот на этом режиме не рекомендуется, я так знаю, вот до сверлышка надо, до логотипа сверлышка стрелочкой. Ну вот так вот он срабатывает. Кстати, усилия, вот, можно, наверное, как раз таки кнопкой регулировать. Чем слабее нажимаете, тем он плавнее. То есть сильно если нажать, он вот так работает. А в пол нажатия, вот. Видите, при слабом нажатии, давайте посмотрим. Регулировка может происходить вот за счет кнопки. Вот такой вот шуруповерт. Если вы себе планируете приобрести шуруповертик недорогой и эпизодически вы его где-то будете применять, то вот такой вот шуруповерт, я думаю, в принципе, можно себе приобрести. Ну, сейчас в магазинах они рубля до трех стоят, ну, до 3000 рублей такие шуруповерты. Ну вот этому шуруповерту уже достаточно несколько лет, уже повидавшие виды. Вот такое состояние у шуруповерта. 12-вольтовый литий-ионный аккумулятор. Будем надеяться, что честная емкость в этом шуруповерте. Вот так вот он еще раз выглядит. Ну, короче,
Если вас жаба душит, купить фирменный, то есть не заводской Мерседес, а какой-нибудь кооперативный, то вот этот вариант вполне пригоден. Это можно сравнить, знаете, как вот автомобили есть, опять же, да, Мерседес, там, Volkswagen, да, вот настоящие фирменные, произведенные там в Германии или на каких-нибудь партнерских заводах, опять же, официальных, а это... Значит, типа как даже не Haval машина, а Chery, вот такой вот, да, какой-то там, даже не Chery, даже не Lifan, там, ну, что-то такое около того. То есть предприятие работает, изготавливает вот это вот для всех желающих вот такой форм-фактор шуруповертов с любым названием, в любой расцветке. Далее, как заряжается этот аккумулятор? Заряжается он вот здесь, то есть не в зарядное устройство, а вот таким вот зарядником. Правда, он уже немного покоцанный. Вот таким вот зарядником, вот с таким вот штекером, типа, я не знаю, как он называется, тюльпан или тюльпан. И вот сюда вот он штекером подключается. Вот так вот это все выглядит. И в розетку вставляет. И непонятная степень заряда, насколько он зарядился, здесь нигде не отображается. Вот он вот так вот заряжается. Ну и отключается, соответственно. Блок питания начинает светиться зеленым цветом. И какое-то время еще светится после того, как вытащить его из розетки. Обратно вот так вот вставляю. И вот такой вот шуруповертик. Дешевый вариант. Эконом-класса, так скажем, да, с какими-то достоинствами, с какими-то недостатками, но я сразу скажу, что я приверженец таких достаточно более серьезных производителей, моделей, то есть это можно сравнить, знаете, как вот, допустим, какой-то Adidas, а есть Abibas, но он везет и едет, все равно, так или иначе. Как раз сейчас покажу, как этот шуруповер закручивает, установил вот петли, наживил саморезы. Давайте посмотрим. А, вот, сработал редуктор, кстати. Чем сильнее жмете, тем он сильнее, быстрее вращает, как в сверлильном режиме. Но если его в пол нажатие делать, то можно медленно. Вот как вы сейчас видите. Вот так вот работает этот шуруповерт. Опять же повторюсь, альтернатива дорогостоящим шуруповертам, альтернатива фирменным шуруповертам. Сейчас закручивал, вот видите, редуктор был на единичке. Если будет больше, наверняка он вырвет, ну, продавит туда вглубь очень сильно. Саморезы. В мебельной сборке как раз это очень важный момент вращения, усилия закручивания. В столярке это очень важно, а в плотницких работах тоже важно. Там больше силы нужно так, чтобы со всей дури там вогнать какой-нибудь саморез. И некоторые даже не пользуются редукторами, вот этими трещотками. Вот сейчас покажу про люфтик. Давайте. Люфт не показывает как раз. Люфт, на удивление, вообще почти отсутствует. Минимальный люфт, но зато в нем все трясется.